никакого жениха. А почему не будет жениха? Потому что у тебя будет, а у меня совсем не будет жениха. А может, будет у тебя жених? Вот у меня же есть Атика жених. Может, у тебя тоже будет жених? Нет. А зачем тебе жених? Тебе зачем жених? Хочу. А что с ними делать, женихами, Хаза? Жениха? Я не знаю. Может, тогда он тебе не очень-то и нужен, жених? Нужен. А они в магазине продаются, женихи? Нет. А где их берут, Хазам, женихов? Где берут женихов? Я не знаю. Может, он тебе не нужен, у тебя вон игрушки есть. Зачем тебе жених? Нет, ну зачем он тебе? Объясни. А тебе зачем? Ну, потому что мне это жених мой Атика, это ваш папа. Я тоже хочу жениха, но я не найду. Почему ты его не найдешь, Хазан? Жениха никогда. Ну зачем тебе жених, Хазан? А тебе зачем? Их кормить надо, Хазам, они вечно голодные. Ты будешь кормить жениха? Да. А чем ты будешь кормить жениха? Нет у меня еды. Нет еды? Ну смотри, нет еды, нет жениха. Может, тебе жених-то и не нужен?